американські блокбастери українською. Популярний стрімінговий сервіс Netflix вперше випустив фільм відразу з українським дубляжем та субтитрами. Причому «Смертельна зона» – це фантастичний бойовик, події якого відбуваються в недалекому майбутньому на території України. Які іноземні фільми з українським перекладом вам сподобалися? Та якщо б вибір, якою б мовою переглядали кінострічки? Дізнаємося просто зараз у народних експертів Дніпра. Ну, я багато за своє життя дивилася українських фільмів. Ну, дуже полюбляю з Іваном Миколайчуком. «Вавилон 20» дуже. Він, ви знаєте, він такий фільм, його треба уважно дивитися і слухати, і щоб проникнутися оцією українською душою. Мультфільми на українському дуже смішні, краще, ніж на російському. Українською мовою. Ну, мне все равно, на каком языке смотреть. Ну, я также смотрю, предпочитаю и на украинском, и на русском. И на том, и на том. На русском, и только на русском. А я не смотрю вообще. У нас, даже я живу в поселке, вам скажу, между Днепродзержинском и Днепропетровском. У нас, когда вот это квоты Порошенко ввел, вот эти, массированно стали покупать тарелки и смотрят Россию. Там и развлекательные программы, и все. Ну, не знаю, с детства вспоминается сериал «Альф». Да, хорошая озвучка. Определенно есть фразеологизм интересный. Абсолютно все равно. Я прекрасно воспринимаю один язык и второй. И говорю и на одном языке, и на втором. Честно говоря, в последнее время очень мало смотрю фильмов. Просто не скажу. Но украинский перевод абсолютно спокойно воспринимаю. Во-первых, дико звучит украинский язык, и когда ты уже знаешь фильм. Единственный хороший перевод, да, попадается крайне редко. На самом деле 50 на 50. Потому что уже начинаешь привыкать к этому, потому что это сильно недавно было. Начинаешь привыкать, уже как-то более-менее привычно это все слышать. Но, тем не менее, услух ешь. Поначалу. Потом привыкаешь. Без разницы. Абсолютно все равно. Что на русском, что на украинском. Ты понимаешь украинский язык? Понимаю, но не все слова. Ну, молодец. Учишься все-таки, да? А какие-то мультики тебе, может, нравятся? Скажешь нам название их? Мне нравится «Ледниковый период». Ну, наверное, на русском, потому что, хоть я понимаю украинский язык, но все равно больше общаюсь на русском. Нет, дело не принципиально. Есть, конечно, очень хорошие мультфильмы, они на украинском, и никакого вообще дискомфорта нет. Бывает, что русский перевод забавнее и смешнее, потому что ты знаешь актеров, которые озвучивают. Ну, все зависит от мультфильма, от сюжета. Я еще все на украинском. На русском. А почему? Понятно. С детства слушали русский. На русском, но могу на украинском. Все просто зависит от качества дубляжа. Если мне нравится работа переводчика, я могу и на украинском смотреть, не принципиально.